Правительство России может отменить несколько профессиональных праздников. Среди них, в частности, День железнодорожника, День радио, День воздушного флота, сообщает Федеральное информационное агентство. Чиновники напрямую сохранить праздники не обещают, но подчеркивают, что перечни отменяемых актов еще будут дорабатываться. Проект постановления правительства с точным списком должен быть готов 15 ноября. Напомним, что всего под регуляторную гильотину подпадает 33 ведомства. Предполагается, что в результате из документов уйдут устаревшие требования. Полностью ревизию должны завершить к 2021 году. Для анализа всех требований будет создано около 50 отраслевых рабочих групп.